Дело в том, что больше всего на свете я люблю драгоценности. Понимаете, товарищ следователь? Гражданка Сокулентова, что? При задержании вы представились госпожой К. Ну? Почему вы представились госпожой К? Вы же не госпожа К. Я... Да, спасибо. Здрасте. Я... По мне никого не пускают. Клавдия, поэтому я и представилась госпожой К. Ну, а госпожа это все-таки женщина. Вас задержали при пересечении границы в аэропорту. И при вас обнаружили драгоценности, которые впоследствии оказались краденными. Не краденые, а не подаренные. Вот. Кем подаренные? Вот. Кем? Одним мужчиной и по телефону. Имя, фамилия. Я не знаю. Когда подарили? Как? Вот там в Мадриде мне все это подарили. Можно я расскажу? Да, хорошо. Вы же мне не даете ничего сказать. Вы ничего не говорите. Я полетела в Мадрид по приглашению своего любимого человека. Имя, фамилия? Секундочку, но он ко мне так и не приехал и даже не позвонил. В какой гостинице название? Вы меня путаете, в Рице. Я в Мадриде. Не старинная такая гостиница. Ближе к делу. В Рице. Но я туда поселилась. И стала ждать его звонка. Я сначала с ним поругалась чуть-чуть по дороге. Это меня мало интересует. Ближе к делу. Можно я все объясню по порядку? Да, хорошо. Как твое имя? Я оказалась в этом городе совершенно незапланированно по приглашению своего любимого человека. Гостиница. Мне казалось, что меня все время преследуют три женщины. Это была какая-то старушка, такая испанская. По-моему, женщина таких средних лет, молодая. И девушка-подросток. Это были ваши знакомые? Нет, я вообще не знаю. Вообще, мне кажется, что это были какие-то призраки. Представляете? Я серьезно говорю. Вот вам сейчас не кажется, что кто-то ходит здесь? Знаете, мне ничего не кажется, особенно на работе. А может быть, вы хотите сказать, что это они подарили вам драгоценности? Нет, я говорю о том, что это были призраки. Но мне так кажется, потому что я их встречала на каждом углу. А почему мне это экспроприировали? А можно не трогать? Это доказательство же... вещественное. Это, в принципе, бабушкина змея, которую... То есть это ваша? Ну да, бабушка, это мое. Бабушка подарила вам? Да. А это? Ну, вот видите... На самом деле, такие красивые штучки. Очень красивые. Угу. На место. В каком смысле? Ложите на место. Ой, какое-то странное такое тревожное чувство. Ближе к делу. Рассказывайте. Ну, просто тут как будто что-то происходит. Нет? Мне плохо. Можно я выйду, господи? Не надо, да, куда же вы собрались? Чуть я не понимаю, как это все странно. Присядьте. Да, я сейчас сяду.
Он меня поселил в этот номер. Какой-то кошмарный совершенно. Новые улики появились. Да, спасибо. Не беспокойте нас, пожалуйста. Идите, хорошо. Идите. Ой. Господи, уже сколько сидим тут. А что он задом ходит? А кто вам оплачивал номер? Он? Вот он не оплатил его. Я его оплатила, представляете? Ну да, представляю. То есть он не платил, да. Хорошо. Рассказывайте, что было дальше? Ну, естественно, я была в плохом настроении. И мне там было выдано шампанское. Я его выпила. Меня это не успокоило совершенно. Ой, я посидела на диване, потом я все-таки решила пойти спать. Принимали что-нибудь? Да, принимала, да. Что? Но я приняла, чтобы успокоиться, потому что я вообще решила просто в маленькой дозе, в одну таблетку мне дали в аптеке. И, значит, я решила успокоиться, и я решила, как в этом фильме. Я мне подумаю Петром. Об этом завтра. Откуда вы знаете? Нравится вам этот фильм? Ближе к делу, не отвлекайтесь. Я просто тоже очень люблю кино. И драгоценности. Я сражаюсь за драгоценности, а вот я не знаю, за что сражаетесь вы. За справедливость. Смотрите, у вас какие ужасные, жалкие украшения в ушах. Можно я расскажу все по порядку? Хорошо, я слушаю. Мне казалось, что все время кто-то там был. И мне даже показалось в какой-то момент, что я видела там эту бабушку. Бабушку вот эту пожилую. Thank you.
4. Вот, 5. Гражданка Сукулентова, 5. Да вы просто... Я помогаю. 6. 6, 2 штуки. Так, пожалуйста. 7. Нет, допрос не закончен. Делаю опись. Но никто же не занимается этим. Гражданка Сукулентова, что вы делаете вообще? Я это самое, я хочу вам добра. Ну, рассказывайте. Я хочу вам рассказать. Я сначала вам расскажу, а потом вы должны понять, к чему я клоню. Значит, смотрите, я туда поселилась, в этот номер. Там все время так шипели, скрипели, шкрябали, ходили туда-сюда. Я эту штуку, кстати, себе заберу, потому что это моя бабушкина. Так, поставьте пока на стол. Ну, подождите, что вы так кипятитесь? И там все, мне казалось, что ходили вот эти призраки. Вот честно сказать, вы верите в призраки? Нет. Ой, как же мне так сказать? А у вас здесь есть камера? Нет, камер нет. Бюджета нет. Ну, ведь это, кстати, очень даже хорошо. Ладно, пишем дальше. Вы описываете, мы потом с вами поговорим. Я просто хочу сказать, что там было просто очень много призраков в этой гостинице. Вот, так и запишите. А дальше, представляете, пошел снег. Где, во сне? Нет, прямо из шкафа. И вышла девочка, вот эта вот, которая одна была из трех. Она сидела под снегом и поглядела меня ужасно строго. А на ней были украшения? Были, были. Кстати, здесь их нету. И вдруг меня разбудил пронзительный звонок. Это был? Это было посреди ночи. Был совершенно незнакомый голос. Это не ваш возлюбленный? Нет. Вы представляете, нет. Это не мой был. И никакой ничьей возлюбленный. Вообще, конечно, я думала, как это красивая, прекрасная история. Мне сказал какой-то электрический голос. Если когда бывает, обработанный через интернет. Угу. Загляните под вашу подушку. Честное слово. И вы заглянули? Я заглянула. И там был целый поднос с этими драгоценностями. И этот голос мне сказал: это ваше. Это подарок. И вы проснулись? То есть это было... Я проснулась, потому что это был настоящий и реальный звонок. И мне это подарили. И это было в моем номере. Это было под моей подушкой. Вот честное слово. И когда меня задерживают в аэропорту и говорят, что это краденое, честное слово, товарищ следователь. Послушайте, вы совершили преступление ради драгоценностей. Вы не хотите сделать чистосердечное признание? Я хочу вам кое-что сказать. Хочу. Я вас слушаю. Мне подарили еще даже больше, чем тут лежит. Правда, подарили. Где это? Просто это тоже может быть ваше. Мне чужого не надо. Надо. Нет, это не чужое, это мое. Я просто вам хочу подарить. Закройте дверь! Почему так врывается? Почему вы так прям странно поступаете? А можно заново написать протокол, правда же? Значит так. Дело все в том, что я люблю драгоценности больше всего на свете.